Муром туристический встречает гостей. Создать 1000 гостиничных номеров, увеличить поток туристов до 1 миллиона человек в год. Именно такую задачу поставил глава округа Евгений Рычков на совещании с руководителями отделов туризма, торговли и промышленности. На сегодняшний день в городе открылись 3 новых гостиницы. Одна из них – «Три богатыря». С условиями проживания в ней ознакомилась Елена Петрова. Мы открылись в мае. Наша гостиница молодая. У нас всего 4 номера. Размещаем мы 10 человек. Классический стиль, удобное месторасположение, лояльные цены. С первых дней небольшая уютная гостиница «Три богатыря» снискала уважение среди гостей города. Мы знаем, что в наш город приезжают люди не только отдыхать, но и на деловые встречи. Мы старались продумать все до мелочей. В этом номере такой шикарный стоит у нас стол кабинетный. Этот номер любят у нас невесты. Здесь они готовятся к самому своему яркому дню, дню бракосочетания. Это спальня в номере. Здесь очень удобная, уютная кровать размером king size. Этот номер очень любят наши гости, он пользуется спросом. Ни один номер не похож на другой. И в каждом все продумано до мелочей. От цветовой гаммы обоев до освещения. Все номера у нас выполнены в современном дизайне. Все номера у нас разные. Стандарт розовая комната. Эта комната достаточно такая романтическая. Все выполнено в розовых тонах. Второй стандарт у нас серая комната. Его очень любят мужчины. Несмотря на небольшой срок работы гостиницы, в книге отзывов мало свободных страниц. Да и завели ее гости Мурома сами. Я выбирал отель, ну, чтобы приехать, переночевать, да, но все-таки опыт у меня большой, и путешествия и по Европе, и по России. И могу сказать, что я приятно удивлен уровнем этого отеля. Шикарные номера, отличный уровень обслуживания, все чисто, все новое, прекрасное расположение, кстати, да, буквально в центре города. Город очень, конечно, понравился, красивый, старинный, да, много зелени. Остается добавить, гостиница «Три богатыря» находится по адресу улица Свердлова, дом 8. Контактный телефон 8-910-170-63-46. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.